как выходить из дома. Прежде чем выйти из дома, спросите себя, вам это точно нужно? Можно ли перенести выход? Например, выбрать время, когда в транспорте и общественных местах меньше людей. Старайтесь держаться от посторонних людей на расстоянии 1,5-2 метра. Если есть возможность, пользуйтесь личным транспортом, а не общественным. Небольшие расстояния лучше пройти пешком. Это милицейская волна в ваши уши. Присоединяйтесь. Есть что послушать. Отличная компания веселых диджеев поднимет настроение. Теплом согреет. Запомни эти цифры 101 и 1. Здесь ты никогда не будешь один.